Так, ну ладно. Значит, давай еще раз посмотрим конфигурацию. Так, все есть, это есть. Значит, ставить будем на седьмой раздел. Понятно. Ну, давай таким образом. Запускай программу SystemBug. SystemBug, да. Нажимай на System Copy. Точку монтировки. Нет, нет. Точку монтировки мы вот все, root. Ну вот теперь, значит, мы ставим стрелочку. Подожди, подожди. Снимаем. Не надо. Да, Зачем? сначала здесь. Вот здесь мы все отметили. А теперь нам нужно подсоединить ее вот сюда. К Home мы выбираем вот так, но снимаем галочку с форматирования. То есть сначала все-таки ставим корень, потом стрелочкой присоединяем, потом уже home ставим. Да. И вот Понятно. видишь, крестика нету. То есть форматирование Да. он делать не будет. Я еще раз могу даже вот тут это дело убрать. Но он подсоединится уже к готовой, как говорится, папочке Home. Ну и поехали. Ясненько. Микрофон у тебя немножечко фонит. Что там? Ну, сейчас вроде получше. Backups. В бэкапсах сделать папочку, допустим, LMC и XFCE. И туда эти копии сбрасывать. Итак, значит, сейчас что делаешь? Перестартуешь и уже мне, значит, отзваниваешься, уже начинаю настраивать твою X-Face на жестком диске компьютера. Ясно, все хорошо. Давай. Значит, так, тоже кладовочка общая, значит, тоже. Файл подкачки подключен, интернет подключен. Так, теперь, значит, смотрим. Вот посмотри правила. Значит, вот замочком отмечено, что мы сейчас находимся на Linux Mint Cinnamon на первом разделе. А замочек говорит о том, что мы ничего не сможем с этим разделом делать, потому что он рабочий. Ну вот туда, куда мы, значит, записали X-Face, вот мы что можем сделать? Можем поменять меточку. И вместо вот этой загогулины возьми и напиши XFCE маленькими буковками. Нет, Е на конце, не И с точкой. И применить. Это тебе, чтобы самому потом уже не путаться. Вот оно, сидит нормально все.
Значит, здесь метка, ну, SB Home, ну, в принципе, пусть остается, бог с ней. А когда будешь находиться на X-Face, тогда вот здесь вот поменяешь на LMC. Там ничего нельзя, вот замочек он показывает, что ты ничего не сделаешь. То есть если мы находимся здесь, мы, если здесь тоже замки, но мы находим, будем находиться там. Операции с этим разделом. Операции с этим разделом невозможны, в частности, переименование и так далее. Где замок, он и в Африке замок. Понятно, да? Зайдешь на X-Face и переименуешь этот раздел в LMC. Вот тебе и все, больше тебе ничего не надо. В корневом режиме. Теперь смотри сюда. Home. Вот здесь ты создаешь новую папочку, которую называешь, допустим, Backups. В этой папочке Backups ты делаешь папочку LMC. И делаешь папочку XFCE. В LMC ты делаешь папочку, допустим, 01. И в XFACE ты тоже делаешь папочку 01. Дело сделано. А вот теперь смотри сюда. Запускай программу SystemBug. И вот теперь идешь сюда. Медиа. Успех. Home. Backups. LMC. И вот в первой папочке, которую ты сделал, вот она, этот образ будет сохранять. И нажимаешь на создать новый. То есть ты назначаешь папочку уже по заказу. То есть у тебя вот здесь будет, скажем так, первая версия твоей, значит, Linux Mint Cinnamon, ну, скажем так, как бы как изначальная. А там ты можешь сделать и папочку под номером 2, там и 3, и в них сохранять там последующие, как говорится, там копии, это уже зависит. Привет, пока, ты загрузки и выключение системы. Сейчас сделаем. Сейчас уже заканчивается создание. Ну вот. Значит, теперь смотри, что делаем. Значит, найди мне кнопочку «Звук». А, ну это вот здесь мы ее найдем. Пойдет, пойдет. Настройки звука, да. Да. Нет, я смотрю, что у тебя этого нет, нам придется сейчас эти файлики звуковые скачать. Не проблема. Так. Иди на мою кладовочку, на Мегу.
нее пишет, что еще нет. Это уже второй. Видимо, два раза нажали. Нет, один, два файлика. Один привет, а другой пока. В загрузках, в загрузках. Так, все нормально. Так, файлик звук мы с тобой, значит, это самое, сворачивали или закрыли? А, вот оно. Открываем. Дай-ка мне посмотреть путь. Опа. Нет. Не-не-не-не-не, ничего не лазь, не трогай тут ничего. Ручки в сторону. Так, user share, mint artwork, cinnamon, звуки. Все понятно. Значит, вот так вот пока все это дело и оставлю. Открывай Crusader в корневом режиме. Ну, теперь смотри. User Share. Здесь ищем Mint Artwork. Звуки. А здесь мы идем. Загрузки. И вот логин.ру. Копируем сюда. И логаут.ру. Копируем сюда. Теперь сравним допуски. Здесь в свойствах разрешение. Можно читать, можно читать. Root, root. Так. То же самое сделаем и здесь. Можно читать. Можно читать. Root, root. И logout. Можно читать root root. Ну и последняя проверка, сохранилась или нет. Все сохранилось. А теперь начинаем выпендриваться. Выбираем так. Логин. Ру. Выбираем громкость. Слышно? Да. Ну, я слышно. Ну тут-то чё он полез?
Слышно? Слышно нормально или нет? Ну все, основные настройки сделаны. Ну ладно, Игорь, все, давай, удачи тебе.